Flare, линуксовый Diablo. Flare — это свободный движок для ролевых игр, подобных Diablo, то есть где упор идет на беготню и сражение с множеством врагов. Но сам по себе движок бесполезен, если под него не создана еще полноценная игра, которую можно пройти от начала до конца. К счастью, разработчики Flare создали такую игру, и называется она Empyrean Campaign. Она вызвала у меня ощущения, сходные с теми, что я испытал в 90-х, когда впервые поиграл в первую часть уже тогда легендарного Diablo. Завязка сюжета в мрачном фэнтезийном мире Empyrean Campaign такова. Единственным оплотом цивилизации остался город Эмпирей. Вас изгнали оттуда, с чего и начинаются ваши приключения по диким землям, наполненным разной нежитью. В начале игры можно выбрать класс персонажа. Доступны три. Варвар, разведчик и волшебник. Варвар гасит врагов в ближнем бою, разведчик на расстоянии, а волшебник магией. Постепенно ваш герой прокачивается, также его характеристики можно повышать при помощи обвеса, части коего выпадают из врагов, либо покупаются у торговцев за выбитые из тех же врагов деньги. Почти каждый противник, кажется, имеет хотя бы несколько монет в кармане. Кстати, чтобы купить у торговца определенное количество товара, надо щелкнуть по товару, удерживая Shift. Персонажи в игре дают квесты, придавая смысл посещению пустоши и подземелий. Текст квестов и сообщений переведен на русский и украинский языки. Язык можно переключать в интерфейсе. Ну, доступен, конечно, и английский. Кажется, в Empyrean Campaign все получилось на славу. И графика, и звук, и музыка. А главное, в игре есть состязательность, азарт. Потому что сохранение сопряжено с выходом из игры. А еще есть хардкорный режим, где дается только одна жизнь. Уже в первом квестовом подземелье сложность такова, что мне пришлось потратить весь запас бутылочек пополнений и спешно бежать, чтобы восстановить силы. Официально Empyrean Campaign считается модом к движку Flare. Потихоньку зреют и другие моды, например, Fallen Kingdom. Падшее королевство. Надеюсь, в будущем на движке Flare появятся такие же большие игры, как Empyrean Campaign, а пока советую поиграть в нее. Потраченное время того стоит.